показал я вам часть своей пути, своего пути, точнее, на работу. Что я хочу сказать? Сейчас я приехал в аэропорт. Аэропорт пустой. И чтобы вы понимали, раньше, когда въезжал в аэропорт, на территорию аэропорта, работало 9 полос для машин. Сейчас же работает только одна полоса для машин. То есть только через нее ты можешь проехать, и все. Остальные все закрытые. По дороге по самой территории аэропорта тоже, соответственно, машин не было вообще. Полностью пустые дороги. Так вот выглядит территория перед третьим терминалом. Это этаж для прилетающих. Полностью пустой. Вообще ничего нету. Внутри тоже все пусто. Все пусто. Нету никого и ничего. Аэропорт пустой. Ситуацию по аэропорту вы сами все видели, он пустой. Час ночи, 12 часов ночи были сирены. Если не ошибаюсь, было даже несколько сирен воздушной тревоги. Сейчас пока тихо. Ждем, что будет дальше. Пьем чаек. В аэропорту сейчас все без настроения. Пишут, что начались мопеды. Над Хайфа без сигнала тревоги сбили два НЛО. Этим около часа ночи жители Хайфа и пригородов услышали громкие взрывы в небе, характерные для перехвата воздушных целей. Этим звуком не предшествовал сигнал тревоги, что усилило страхи северян. Спустя некоторое время армия сообщила, что над Хайфой сбиты два неопознанных воздушных объекта, по всей видимости беспилотных летательных аппаратов. Параллельно военные зафиксировали вражеские летательные аппараты над арабскими поселками Шфарам и Авлин в Галилее. ЦАЛ атаковал объект Хизбаллы на юге Ливана в ответ на проникновение БПЛА. Вагнеровцам поступает предложение ввязаться в войну на сторону Палестины. Как говорит один из боевиков Вагнера, на них всегда есть спрос.